Милое местечко. Домик-то проклятый. Вы живете по соседству? Мы все гадали, кто же приехал в замок. Мой папа писатель. Что он пишет сейчас? Да у него безумные идеи. Это будет нечто уникальное. Но зачем он сюда приехал? Все не зря, я знаю. Ты не знаешь, что творишь. Я вот настолько близок к прорыву. Отпусти меня. Это не просто дом. Посмотри, что с тобой творится. Кто здесь? Что ты такое? В гостях хорошо. Ты должен. А дома? Это настоящий ад. Прекратить. Ответь мне! Оставьте меня в покое. Если ты попался, то тебе конец. Что-то происходит. Лучше это закончить. Проклятый дом 4.